Привет. Noroc, salutare tuturor! Hai să mergem acolo unde, așa cum spunea și Sisu, câteva săptămâni în urmă, наблюдаются сепаратистские тенденции. Да. Дело в том, что было созвано внеочередное заседание Народного собрания Гагаузии, и там обсуждались много разных, скажем так, тем, но в том числе работа так называемой рабочей группы по Гагаузии. Ее еще называют иногда, значит, парламентской. Я думаю, что некоторые из вас могли видеть в новостях там один-два раза упоминание об этой рабочей группе, но вообще что это Да. такое? Это рабочая группа, которая была создана еще в 2015 году, и состоит она фактически из представителей Народного собрания Гагаузии и представителей парламента. В идеале представители парламента – это представители каждой из партий, кто вообще есть в парламенте Она Республики Молдова. создана в 2015 году, а интересно, Да. она не после этого так называемого референдума ихнего? Да, она, там это связано в том числе с референдумом, и насколько сами гагаузские политики заявляли, в том числе, скажем так, в процессе данного заседания, они также очень сильно говорили о том, что подобная парламентская группа, межпарламентская, извините, группа должна существовать. Хочется Интересный отметить, феномен. что... Да, Да, хочется отметить, что... интересный феномен. Да, я Это как поняла. будто легализирует ихний парламент как омолог, я не знаю, как по-русски сказать, как коллеги из другого парламента. Это та же страна, но... Ну, нет, это как, ну, задумывалось как, скажем так, работа между автономией, скажем так, какие есть проблемы у автономии, какие у них есть вопросы к Кишиневу, чтобы их решать не, скажем так, не посредством, не знаю, мегафона через ворота, а как бы на какой-то общей платформе. Ну, видимо, такая была задумка. Deci, acest grup era o platformă comună unde autoritățile centrale și cele din Gagauzia rezolvau problemele care apăreau. Și săptămâna aceasta noi aflăm că în adunarea națională a Gagauziei este pusă în discuție întrebarea ca Gagauzia să se retragă din acest grup. Așa. Да, действительно. Был вопрос о том, чтобы приостановить участие гагаузской стороны в этой платформе. Хочется отметить, что на данный момент в настоящих политических реалиях из официальных платформ общения, контакта между центром и Гагаузией это осталось чуть ли не единственное, потому что, например, Евгения Гуцул не является членом правительства Республики Молдова. Это была одна из таких, скажем так, дорог общения между центром и Гагаузией. Были, естественно, скажем так, голоса в поддержку этой самой платформы против того, чтобы приостанавливать работу в ней. Я предлагаю, чтобы мы их просто послушали, те, кто поддерживает эту платформу. С любовью поддерживать. Давай Да. послушаем. Первое, что на эмоциях хочется сделать, это, конечно, приостановить действия в рамках этой группы. Но я хотел бы, чтобы мы все-таки очень серьезно подумали, осмыслили. Потому что коммуникации между управлением образования и министерством нет. Просто от слова нет. И так на всех уровнях. И мы хотим сами закрыть вот эту последнюю дверь. Наоборот, исполнительная власть, когда имеет вот то, что происходит сегодня, отсутствие контактов с правительством, могла использовать рабочую группу как инструмент для решения проблем жителей Гагаузии. Даже вот какая-то депмиссия придет, а вас спрашивают, кто-то из вас контактирует с Кишиневым? Вы пытались с ним хотя бы договариваться? А Кишинев скажет, что они сами приостановили рабочую группу и хотят, чтобы мы их услышали. Как? У нас даже доводов не будет турецкому посольству, там, российскому, европейским послам. Mai interesantă, interesantă opțiune asta la urmă. Dar totuși, tot e un fel de luptă de orgoliu. Hai noi primii să spunem. Nu, eu primul divorțez. Как бы они не хотят еще как бы красными знаменями написать, что они за последние месяца показали, что они не слишком сильно против Шора и против сепаратизма, поэтому и Кишинев не хочет с ними коммуницировать? Есть и такой момент. Дело в том, что некоторые люди, которые принимали участие в работе этой группы, как минимум один говорил это во время самого заседания, что позиция Кишинева достаточно однозначна, что они не собираются работать с теми, кто связан с Шором и Плохотником. И из-за этого, в принципе, этим объясняется такая, скажем так, неработа этой рабочей группы.
Были в том числе, да-да-да. Катя, а fost păreri că poate nu trebuie, da? Și după asta, cum au evoluat lucrurile? Были также люди, которые выступали за то, чтобы прекратить работу в этой рабочей группе. Hai să ascultăm. Фонд невидим с республики. И урезание постепенно идет со всех сторон по отношению к Гагаузии. А парламентская группа, то, что встречается, я, насколько знаю, есть план, который должны были постепенно реализовываться. Этот план не реализовывается. А я думаю, что европейцы, видя вот это все, они думают, что мы согласовали все эти моменты, которые даже не решаются. И сегодня я сторонник того, что на самом деле сегодня и коллеги говорят, которые участвуют в этой межпарламентской группе и видят. Я сторонник того, что приостановить, может, действительно обратят внимание на нас и спросят, в чем проблема, почему мы приостановили данную рабочую группу. Спасибо. Deci plan не осуществляется, работа не работает, проблемы не решаются. Adică găgăuzilor li se spune foarte clar, atâta timp cât voi colaborați cu ușor, voi n-aveți șanse să aveți colaborare cu noi, care ne dorim spre Europa, ori ușor este exponentul Kremlinului și voi colaborând cu el susțineți Kremlinul și ei spun, a, voi nu vreți cu noi să colaborați, atunci noi primii a să ieșim din acest joc. Și vor să întrerupă colaborarea în acest grup. Katia, dar cât de mult contează de fapt acest grup în general? Cât de asta este mai mult un moment simbolic sau el chiar și pur funcțional e destul de periculos dacă se suspendă activitatea lui? Ну, сама остановка работы на данный момент является скорее символичной, но в целом данная платформа, она достаточно важна, особенно сейчас, потому что, как я уже сказала, это единственная официальная, скажем так, платформа для контакта между Кишиневым и Гагаузией, где действительно могли бы решаться какие-то важные вопросы. Если мы говорим, кстати, про связи с Шором и людей, которых называют в том числе в контексте связи с Шором, Евгения Гуцул была на этом заседании, но в видео, которое мы показали, ее не видно, потому что она ушла, как ни символично бы это ни было, она ушла прямо перед тем, как начали обсуждать этот вопрос и вопрос ЦИКа. Как бы я тут ни при чем, как будто да. Да. Dar ce spun experții, iată oamenii care se pricep în a comenta și interpreta acest tip de evenimente? Este acest moment unul de îngrijorare mai puternică sau trebuie să înțelegem pe găgăuzi că sunt supărați, dar deocamdată nu merită să ne îngrijorăm? Да, перед этим хочется сказать, что проголосовали в итоге за данное решение. 17, насколько я помню, да, 17 голосов было за, 11 против, и очень много кто был, судя по всему, против, вышли из зала после того, как это решение было объявлено. Эксперты из тех, кого я смогла найти, в целом не говорят о том, что это что-то очень сильно страшное. Многие называют это как такой инструмент, который, в принципе, депутаты Народного собрания Гагаузии сделали достаточно очевидным, те, которые были за это решение, что это такой инструмент, скажем так, шантажа в каком-то смысле, или вот мы обиделись, но мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. В целом, даже во время самого заседания некоторые депутаты, их коллеги им парировали, что вот Евгения Гуцул не стала членом правительства, и вы что, видели прям 10 послов всех стран Евросоюза у нас прямо вот тут вот, прямо в здании, что они прямо спрашивали, интересовались? Нет, такого не было. Поэтому, в принципе, это решение довольно-таки странное, но при этом хочется отметить, что сам спикер Дмитрий Константинов, которого опять же, называют очень часто одним из тех, на кого влияет Шор. Он, скажем так, пусть и не делал прям такие широкие речи, но при этом было очень очевидно, что он за это решение. То есть это в каком-то смысле для него может быть очередной шаг для отдаления и обострения ситуации между Кишиневым и Гагаузией. Да, и еще курьез, ты не видишь, партии Кишиневului alți pași decât un ignor. Și tu înțelegi, da, ok, Chișinău e pro-european, Găgăuzia e pro-Kremlin, mă refer la conduceri și administrații, nu la oameni care nu sunt în administrația locală, în administrația publică de acolo, în așa numitul SNG al lor, da? Și oamenii NSG. Da, cac? NSG.
НСГ, ну СНГ, НСГ, да, це фел де парламент локал дала. Și Chișinău nu vine cu un schimb de legi, de exemplu, care să oblige, știi, să... Ca și cum eu am schimbat la cata de la ușă, dar nici nu vreau să greiesc cu tine. Că ea asta ar fi putut să fac. Tot probabil nu s-o copt momentul politic. Ei nu au cu cine vorbi acolo, Andrei. Apu, nu da. Au cu cine nici Bașcana, nici președintele Adunării Naționale. Nu sunt oameni, găgăuzii, nu sunt oameni cu care vrei să te așezi la aceeași masă. Și autoritățile noastre, de fapt, eu cred că ei vor să dea o lecție găgăuzilor. Dar eu mă îndoiesc că lipsește... cetățenii găgăuzii înțeleg de fapt ce se întâmplă. E că ne lipsește în spațiu public asta. Noi vedem sau auzim în voxuri sau vedem cum pleacă jurnaliști sau fost înainte de alegerile din 2020-2021 jurnaliști de psihotare care au luat la întrebări populația din Găgăuzia și au văzut aspirațiile lor pro-rusești, pro-est, anti-europene, cu toate că mulți dintre dânși au copchii rudele plecate la zarobot în țările Uniunii Europene. Dar tu nu ai un așezat la masă în care e Maia Sandu, Igor Gross, Oreceanu și guvernul cu ăștia de acolo în care tu iei, îi pui la întrebări. Și zici, băi, Irbeta, ori voi vă trăziți la realitate, ori voi înțelegeți că voi sunteți parte din Republica Moldova și noi împreună, ia că asta e aspirația noastră, dar e pur și simplu un fel de ignor. Și din ignorul ăsta, cei care sunt manipulați și folosesc antene parabolice care sprind Rusia din și ne fie tot однозначно, и n-a să vadă, vai, și de rău că găgăușii s-au aliniat cu niște hoți, bandiți, dar nu se uită la aspirațiile pro-europene a Moldovei. Că ea ca drumuri se repară, americanii și europenii contribuie. Nu? Ei doreau concluziile lor. Dacă și din pas ar pleca, dacă ar avea candidați minoritari, din ăștia știi, de care tot Găgăuzia râde. Da, Andrei, dar eu am impresia că sunt atâtea focuri care ard în momentul ăsta, că până o să ajungă rândul Găgăuziei, să-ți găsești candidați acolo, să începi un dialog intern. Eu sunt gata să candidez în Găgăuzia, numai că trebuie bodyguards. Super. Poate pe Slava să-l încurajăm. Eu cu Slava și cu Mișa să mergem să candidăm, numai că ne trebuie bodyguards, vă rog. Eu să leacă. Eu fug repede, dar dacă nu reușesc să fug, mă tem. Mulțumim, Caia. O noapte pașnică și ne vedem săptămâna viitoare cu alte noutăți din sudul țării. Спасибо, Катя. Да. Спасибо, хорошо. Да. Пока. Пока-пока.